Добрый день, уважаемые садоводы! Сегодня 20 августа 2023 года, и, как всегда, с вами Галина Латинкова. Хотела бы показать вам красивейшее зрелище. Персик Харнас, зимующий в теплице, привитый на волочной вишне, показывает себя великолепно. Деревце 1,30 м в среднем. Покажу вам его. Невысокое. Первичное плодоношение. Третий год. Возраст этого дерева третий год. И вот такие завязал в этом году плоды. Шарообразной формы. Очень крупно. Крупные плоды. Красивейший. Окрас желтые, но превалирует 70-90% именно красный, мраморный и точечный румянец. Мимо пройти этого персика просто невозможно. Прямо красотища, которая бросается в глаза. И здесь вот возле теплицы, прямо за стенкой теплицы, проходя мимо, просто любуешься вот этим произведением природы. Это очень зимостойкий сорт. Обладает очень многими хорошими качествами. Относится к самым лучшим десертным сортам. Обладает толерантностью, курчавостью. Раннего срока созревания. Первая, вторая декада. Но учитывая, что мы находимся на Урале, в Челябинске, у нас он созрел 20 числа. Ну и учитывая, что он находился в теплице, мы имеем на сегодняшний день вот эти плоды, потому что были сильные возвратные заморозки до минус 6. Абрикосы не во всех местах выдержали цветочные почки. Ну а персики бы явно замерзли, потому что цветочные почки, цветочный цвет держит до минус 4 градусов. Вот, поэтому таких плодов бы мы не имели. Вот эта тепличка спасла наши персики. Очень вкусные. Хорошо транспортируется. Очень долго висит. Мы даже и не пытались еще снимать. Как бы ни одного плодика не упало. Будем проводить позже дегустацию. И расскажем про качество этого персика. Вот еще раз полюбуйтесь такими плодами. Сейчас покажу плоды. Плоды вообще как бы могут быть от 100 до 140 и выше грамм. Вот размер такого плодика. Ну, внушает своими размерами и, конечно, покоряет своей красотой. Таким красным красивым цветом. Поэтому мы и назвали новогодний подарок на новогоднюю елку. Как будто шарики на елочке висят. Вот. Дай Бог вам таких же урожаев, таких же вкусных персиков, чистых, ничем не обработанных, чтобы вы попробовали это именно из своего сада. Несравненный вкус. Вот. Это не купленные в магазине. Это плоды, которые очень ценные, выращенные своими руками. Так что творческих вам успехов, больших урожаев. Вот. Ну и, конечно, здоровья, чтобы все было в радость. Всех благ, всего доброго. С вами Галина Латинкова. До новых встреч, дорогие друзья!